от хищников нож не спасает. Yeah.
Wow.
erstmal помрём. Wahrscheinlich. Du hast jetzt richtig Sicherheit.
New creature discovered. New blueprint acquired. Странно двигается.
вас. Еще тут кто-то дерется. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Недостаток кислорода. Все. Надо срочно помирать. Пещерный куст. Все, 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 все. Emergency, смерть. 10 seconds of oxygen remaining. Жажду и голод. Что такое? Металлолом. Кислородный баллон. Левая кнопка мыши снять. Значит, с кислородным баллоном плаваем. У нас как-то это не торкает все равно. F11, чтобы сделать скриншот. Смысл таким мелким шрифтом писать на таком огромном экране. Локальное сканирование показывает на изобилие минеральных залежей в данной области. Обнаружена массивная энергетическая сигнатура. Идентификация невозможна. Сортировать по дате, по убыванию и по возрастанию. Сортировать по теме. Чертежи. А, еще здесь можно посмотреть. Это что? Т-образный коридор. Это подводный замок. Можно будет строить соленый реджинальд. Приговоренный реджинальд. Соленый бумеранг. Приговоренный бумеранг. Аптечку тоже можно делать из хлорки и сетчатого волокна. Из хлорки и сетчатого волокна можно сделать аптечку. А синтетическое волокно можно сделать из бензола.
кислородный баллон. Стекло и два титана. Ласты. Изготавливает жилые отсеки и оборудование из сырья. Компьютерный чип и батарея нужны. Сварочный аппарат. Многоцелевой инструмент для ремонта функционирующих во всех средах. Многоцелевой инструмент для ремонта функционирующих во всех средах. Пыльца камикадзе. А это лазерный резак. Открывает вещи, разрезая их. Алмаз, батарея и титан. Маяк, водостойкий контейнер, у нас два валяется под нами. Грависфера использует искусственную гравитацию, притягивая к себе легкие предметы. Батарея медная, проволока, титан. Основной изготовитель для выживания перестраивает ресурсы на атомном уровне. Комплект проводов, компьютерный чип и титан. Компьютерный чип – важная вещь. Вот он, компьютерный чип. Образец коралловой плиты, две штуки, серебряная руда и кварц. В общем, здесь годами можно играть, пока эти ресурсы все найдем, пока все изготовим. Нужен сварочный аппарат. Строитель, а еще лазерный резак. До зареза прямо нужно. До зареза. А еще этот скафандр от радиации. Свинец две штуки и сетчатое волокно две штуки. Выживание – это, конечно, дело симпатичное, но нам больше нравится строительство. Надо другое решение игры. Там, где не помираешь вообще, а занимаешься только строительством. Но это бесполезно, вообще трата времени.
они угробили. Зомби. Или монстры. Это очень давить. Может, это какие-то навыки дают. Но сомнительно. Какие тут навыки могут быть? А на чужой планете. Навыки по выживанию на чужой планете. Сетчатое волокно и свинец. Где это сетчатое волокно взять? Мне известно. Опять для изготовления синтетического волокна нужно сетчатое волокно. Ну ладно. Силиконовая резина. Две штуки. Одну штуку мы можем изготовить. Отправляться за такими желтенькими штучками в заросли. После смерти. Где-то здесь заросли должны быть. А у них ладно. Желто-зеленый. Кто ж такие камикадзе? Надо погуглить. Кто такие камикадзе? Чем их едят? Добыть у них пыльцу. А нас сейчас съедят эти хищники. А заразы нету. Дальше схватить. Все, хватит. И возвращаться по маяку. Да, да. Чёрт, надо как-то
надпись. Обнаружена радиация и смерть. Новая. Очень темная. Камеру, PayPal.